Итак, перекресток. От него я иду вправо. Моя задача — дойти до высоковольтной линии. Отсюда 2,5 километра. Но вот как мне удастся пройти эти 2,5 километра, я, честно говоря, сейчас не знаю. Вот мы и посмотрим, удастся ли вообще. Пока что, как видите, аллея чистая и никаких препятствий. Но там впереди, я знаю, большой-большой лесоповал, который произошел в позапрошлом и прошлом годах во время ураганов. Где-то дорогу прочистили энтузиасты, лыжники, велосипедисты, а где-то нет. Ну вот, я все мечтаю полностью пройти тот самый лесоповал.